Готовимся к холодному сезону. В эти выходные Молдова перейдет на зимнее время. Переводить стрелки нужно в ночь с 26 на 27 октября. Как и каждый год, в последнее воскресенье октября мы переводим время на час назад. 4 часа утра превратятся в 3 часа ночи. Хотя плюсы очевидны, световой день начинается раньше, энергозатраты снижаются. Но хватает и минусов. Редко не саду саминти. Да. Так и ультимо уикенда штиям. Специалисты говорят, что временной сдвиг может сказаться на самочувствии и распорядке дня. Однако наши собеседники утверждают, что на них перевод часов никак не влияет. Но на вârsta mea nu mă deranjează și chiar nu simt nicio modificare, pentru că la telefon automat se schimbă și respectiv eu cred că cei mai afectați sunt persoanele în etate sau persoanele care au anumite probleme de sănătate, iată ei simt. Мне без разницы, я не ощущаю ничего. Ну, не деранжează. Ничедата нас симти ничего. Ну, да. Это нормал. Так, sincer, nu mă afectează nimic. Pur și simplu, vrei puțin să schimbi o leacă altfel și chiar mai mult mic nu. Totdeauna când trecem la ora de iarnă este mai ușor. Că dormi mai mult cu o oră, copiii dorm mai mult, e bine. E mai greu în primăvară. Da, nu sunt. Nu sunt, mersi. Niciodată nu v-a deranjat? Pe mine nu. Personal nu mă deranjează. Этот механизм корректировки времени практикуется в большинстве европейских стран. Он направлен на экономию электроэнергии. Считается, что смена времени помогает адаптироваться к изменениям естественного освещения в холодное время года.